на голове. Где? Это! 5,7 салона просто. Поздравляем, поздравляем. Пойдем, пойдем, самое лучшее место для вас, только для вас. Пойдемте, проходите. О, большой человек пришел! Как вы живы? Откуда вы пришел? Да вы что, пойдем? Самое лучшее место для вас. Ничего, ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Привет, а я вот недавно в Турцию слетала, нашла дешевые билеты через авиаселс. Турция! Угу. А я вот только с Дубая прилетела, и мне мой подарил бриллиантовый набор. Что будете заказывать? Пожалуйста, один хлеб. Зато я недавно ездила на поезде Алматы-Мангышлак, но за свои деньги. Понятно, да? Я самодостаточная женщина. Да что ты начинаешь, вот как всегда? Мы наслаждаемся жизнью, а ты что успел увидеть, а? Да, у тебя что? У меня? Стабильная работа, всего 3 кредита, квартира, утюг, холодильник с большим морозильником, духовка, стиральная машина с 3 режимами, представляете, да? И самое главное, любящий муж. Я самодостаточная женщина. Это за хлеб. Пока. Девушка, я заметил, вы весь день, везде за мной ходите. Ну, приятно, по идее, что кто-то есть рядом и... Можно с тобой познакомиться? Нет! Ты дурак, что ли? Я с незнакомыми не знакомлюсь. Ужас, такой наглый. Вот парни сейчас пошли, конечно. Привет, Одиночка. Че там? Рыба. Может, посмотрим на звезды? Все, что было до меня, обнуляй. Жизнь в море, шапа. Синими стомаром, тенди с один гун, совши шингун, без один гун. Got 4 million in jury, oh. Let that money fly to the ceiling. Подожди, брат, время! Брат, время! Я кто это вообще? Не знаю. Походу подружка. Так, у тебя сегодня свадьба. Блин, поздравляю тебя от души. Что ты насчет медового месяца что-нибудь решил? Медового месяца еще, брат. Авиаселс, вот приложение есть, брат. Дешевые билеты можем замутить. Терри, брат, давай потом. Ладно, потом подойду, хорошо? Я подойду. Стоим, решили, где будете медовый месяц праздновать? Да блин, Терри, давай. Ну что, я через авиасос давай смогу. Потом. Я могу решить билет, если что. Чувак, решили насчет этого медового месяца? Ты секунду. Ты баржи, да потом, брат. Билет, билет, потом. Потом, дай сфотаемся. Хорошо, потом, подойду еще. Желаю пока что вашей маленькой семье крепкого здоровья. А им что, вы решили насчет путевки? Что там, авиасос там, билеты замучу? Тима, я же тост говорю. Ладно, нет, потом подойду тогда. Ну что, Акс, решили насчет путевки? Что? А, нет? Это, извините, перепутал, что ли? Ой, простите. Братан! Брат! Брат, ты же слышишь, ёлк, пропусти! Брат, пожалуйста! Братан! Брат! Братан, пропусти, я по-мужски! Брат! 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 Братан! Братан! Пусти, братан, пропусти! И да ну, братаны! Братан! Братан! Брат! Брат!
братан! Брат! Здравствуйте, доктор. Мне вас порекомендовала моя сестра Куля Чикули. А, Куля Шажи? Для кого Ажи, а для кого сестра? А по какому вы вопросу? В общем, доктор, мой муж ходит налево. Достал уже на всяких красоток, там заглядывает этих всяких этих сестер. В общем, сделайте, не знаю, из меня какую-нибудь красавицу. Ну, чтобы не ходил он налево. А с красотой будет немножко сложно. Ну, доктор, ну сделайте что-нибудь. Главное, чтобы мы всегда были вместе. Ну, пожалуйста. В принципе, есть одна идея. Классно. Доктор, спасибо, теперь мы неразлучны. Теперь он точно не будет изменять, да? Не сможет. Классно. Где мои руки? Ой, я, кажется, их чувствую. Почему они там? Спасибо, доктор. Да они у тебя всегда оттуда и росли, в принципе. Запах женщины моей, я хочу остаться с ней, с ней. Поехали мне. Я Миша, я Миша. Сам подсохнись. Да, пошел, скажи ему. Пошел в жопу, скажи ему. Так и скажи, Тима сказал. Глубоко пусть идет, да. Че он сказал? И я ж приеду же, я же покажу ему, скажи, Тима сказал мне. Да пошел нахуй, скажи ему. Алло, братан, да, Тима сказал, скажи. Да не переживай, просто в жопу его пошли. В жопу, так, чтобы глубоко. Четверг сказал я ему же еще. Пусть лям это. Четверг сказал я ему. Лям, пусть он приехал. Четверг, бабки нужны. Четверг, бабки. Пусть он возвращается. Сейчас прямо я приеду же. Куда он пошел? А, не знаю. Пошел в жопу! Подожди, неинтересно так. Да? И почему мы же есть? Точно! Вы смысла! Я перед нас, скажи ему! Че, брат, куда? Муму шло, там есть СДК 300. Не, брат, ты че, мало. Не, давай. 500, брат. Не, брат. 600. Дверь, закрой дверь! Нет! 800, брат! Нет! Короче, подожди! Давай за штуку! Штука? Хотя я уже дошел, вот же Момышева, там еще стоит. Спасибо, друг! Давай! Спасибо! Духота! Кондер, включите, пожалуйста, кондер! Это ужас, как дышать здесь! Ой, люди добрые, пожалуйста, подскажите, сколько стоит проезд, просто не знаю вообще, мой Поршик просто это на истошке стоит, вот выехала на автобусе, думаю, дай проедусь. Сколько стоит проезд? Ой, кондуктор, здравствуйте. А сколько стоит проезд? 180 наличными, 90 с карточкой. 180 наличными? Да. Сейчас это. У меня, оказывается, эта карточка есть. Вот, сколько будет тогда? 90. 90? Сюда, да? Да. Вот, прикольно. Наверное, подружка оставила, наверное. Пустик, а давай еще куда-нибудь полетим? Уйти моя, куда хочешь. Может, куда глаза глядят? А? Алло, да. Алло, любимая, у меня отпускные упали. Плюс еще я денег подкопила и подумала, может, вдвоем полетим в Турцию? Ой, да что ты там накопила, на что хватит? Ну, я без шубы хожу который год, нормально не кушаю, экономлю как могу, вот даже воду не трачу лишний раз. И как раз через авиасейлс смотрю, здесь вообще билеты недорогие. Я думаю, я могу позволить сделать нам такой подарок. Даже не знаю. Ну я же ради нас стараюсь, ты и так дома не бываешь, много работаешь. Устаешь, и я тут подумала. На отдыхе хоть больше времени проведем вместе. Я тебе даже плавки купила, а сама буду в халате плавать. Дорогая. О, любимый, я тебе вот как раз в духовке приготовила. Потом. Летим в Турцию? Я тут подумал, мне от тебя ничего не жалко. Давай я добавлю и полетим на Иссык-Куль.